Я не знаю. Ну, наверное, многие тут сидящие знают это слово антарьямин. Кто-то знает? Скажите. Ну вот. Вот. Внутри пребывающий. There is a particular word, it's a term, antaryami. It means the one who abides inside. That's your name. Это твое имя. Вот раньше, ну вот он все время со мной разговаривал. Это голос. Я его слышала. So that Antaryami before was talking with myself. I could hear this voice of Antaryami. Он куда делся? Yeah, it was there. Это же я. It is me. Yeah. Да. Ну все. That's it. No more questions. Вопросов нет. No more questions. Наконец-то. How you say you? Наконец-то. Наконец-то. How you say you? You? You что? Translator is broken. How do you say you in Russian? You? Ты. 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 Понимаешь. Ты понимаешь. So, наконец-то ты понимаешь. Yes. Наконец-то ты понимаешь. Ты понимаешь.